В Новосибирской столовой для бездомных, построенной на пожертвования, торгуют шаурмой и пельменями. Благотворительная организация «Каритас» в 2005 году передала государству построенное с нуля здание со всем необходимым оборудованием. Предполагалось, что бомжи смогут там не только поесть, но и помыться, подстричься, получить помощь психолога. Сегодня бесплатно пообедать бездомные могут здесь только дешевой лапшой быстрого приготовления. А на плитах, купленных на собранные деньги, готовят еду на продажу. В ближайшее время мы надеемся получить комментарии от регионального министерства социального развития по поводу этой скандальной ситуации.